Поехали. Звук. Ну что, как видно, немножечко работает неровно. По-моему, там что-то стучит. Давайте так, кто хочет испытать свои знания или интуицию, можете поставить на паузу и сказать, какой диагноз автомобиля. Написать комментарий, что за неисправность в данном двигателе. А мы сейчас будем делать диагностику и посмотрим. Я думаю, по звуку вы услышали, как работает мотор. Друзья, это у нас Mercedes Actros 1841 2017 года выпуска, пробег 1 036 000 км. Ну, если на приборке никто не мотал ничего. Возможно, там вот такая вот ситуация. Вот такая. Красиво. Общий вид одна камера. Нижний вид. Вот и неисправность. Клапан. Мостик слетел. Смотрели, сейчас задор неспроста. Вопрос, от чего он слетел? А, ну да, там же он жестко стоит. Распредвал, либо клапана, зазор. Ну, сейчас мы поставим его на место и попробуем завести. Слетел. Как вариант, может быть, толкатель подвисать, разбиты в блоки и так далее. Либо клапана. По какой причине у нас слетел, надо будет сейчас выяснять. Ага. Я же тебе говорю, он подвисает. Ну, паз, вот ты в паз попадешь? Вот, посмотри. Все правильно, наверное, так оно и будет, да? Короче, надо полдосекцию доставать, блядь. Да подожди, так а если? Через полдосекцию ты все увидишь. Это самый оптимальный вариант, полдосекцию достать. Да, вот это сильно. Поднимаем. А есть что? Так, это у нас PLD секция. Если кто не знает, это насос топливный. На какой у нас на шестой цилиндр? Вот такое вот кино. Вот он распредвал. А вот толкатель. А вот стоп. О, разбит. Видишь, плоский, видишь? А, да. Это просто у меня... Пока здесь не видно ни хрена. У меня просто руки дрожат. Видно. О, видишь, какой он красивый.
Вот здесь же я угадал же, прям говорю сразу, снимайте двигатель. Короче, ни коленвал, ни голова, а распредвал вообще не то. Пальто. Почему голова? Так что тот, кто первый угадал, тот может идти в казино ставить. Так, двигатель Сергей отдал снимать на общее СТО, так как у него в сборке два мотора, и он просто не успевает этим заниматься. Сейчас мы посмотрим. Кстати, друзья, кто не в курсе, напоминаю, у нас есть грузовой стапель, ремонтируем рамы грузовиков, полуприцепов, кузова. Кстати, вот этот, я сейчас снимаю видео ремонт этого полуприцепа. Кому интересно, можете пообращаться. Вот, кстати... Так, мы сняли двигатель. И продолжаем дальше диагностировать его. Значит, нам необходимо узнать, в каком состоянии блок у нас. Распредвал, правильно? Да, ну распредвал мы уже знаем, что он неисправен. Толкатель у нас там сточный. Один тот же толкатель не выйдет из строя, то есть не повредив распредвал. Распредвал в любом случае будет тоже уже плохой. Наша самая главная задача — это понять, какой блок. То есть исправен блок или нет. То есть, поэтому мы, чтобы сократить время, сейчас снимем головку. Именно ту, которая у нас не исправен, ну, в каком цилиндре неисправность. Достанем толкатель и попробуем посмотреть через нее сам блок. Можешь не материться, у нас же видео дети смотрят. У нас культурно все. Это хорошее, да? Да. Ровно и все? Да. С ним все хорошо. Я его вращаю. Он спокойно у нас проворачивается. Угу. Кругом, то есть шпонки там нету. Вероятность 99,9%, что блок тоже будет поврежден. Есть. Крошится вот. Стол. Вот толкатель. В каком состоянии у нас? В каком состоянии у нас один из толкателей? Значит, как он работает? Он стоит в блоке. Вот этим роликом он взаимодействует с распредвалом. Распредвал вращается, толкатель ездит в блоке вверх-вниз, правильно? Yeah. И через вот эту вот штангу, он толкает эту штангу, уже передает на коромысло усилие, да, которые открывают клапана. И вот один у нас толкатель, стал квадратным ролик. И здесь, в принципе, все рассыпалось и разбилось, да? Становится квадратным, то есть, может быть, сначала у него шпонка, то есть, вылетела, и он начал вращаться вокруг своей оси. То есть, шпонка стоит, шпонка нужна, чтобы он стоял ровно, соответственно, крутился. Начинает проворачиваться, соответственно, стирает вот здесь. Вот он здесь и стерл, он стал просто квадратный. А плюс состояние гильзы, видно, что тут задиры, во всех остальных, скорее всего, тоже. Тут требуется полная разборка, полная капиталка. То есть из живого его только смотреть коленвал и поршня, какого состояния. И распредвал сейчас посмотрим. Там распредвал. Кулачок тоже поврежден, соответственно. Вот такая вот маленькая деталька, а столько много проблем. Так, мы слили масло. Какие мы молодцы. Кто бы это начать, да? Начнем с того, что мы не пьяны.
Да. Обновляется. Где пузыри? Еще один подходит уже. Ну то есть. Специальный инструмент 28-3010. Если кому надо, покупайте. Еще один, да? То есть я его кручу, он уже прям подклинивает, и он уже матовый стал. Так, я попробую просто. Останутся. Останутся. Я сделаю лицо веселее, а то ты такой грустный. Случайно. Да, так и начало мы. Где ключи от сейфа? На месте. Либо он этим питался, такой вариант. Вот как работают поршни V-образным шестицилиндровым двигателем. Заводи.
сердце мотора. Коленвал. Коленвал машины, двигатель, коленвал. Охлаждение поршня. Вижу крест. Вот, один раз случай был, мы продавали коленвал. Люди отказались его ставить, говорят, там крест установлен. То есть мы не будем его ставить. Как будто кто-то, наверное, когда-то диагностировал коленвал. Да, этот двигатель никогда не разбирался. Соответственно, вот у нас рабочая машина. Стоит крест. Ну да. И это уже не первый случай. То есть их очень много, то есть они ставят крестики. Белые, там зелененькие мы видели крестики, красные крестики. Ну, то есть кресты имеются уже при сборке. Зачем заводе ставится, непонятно, но некоторые люди просто боятся потом ставить там крест, он мухана, мы его покупать не будем, он плохой. Сняли мы гильзы. На некоторых уже появляются следы кавитации. Про кавитацию у нас есть отдельное видео на канале. Кому интересно, можете посмотреть, что это такое, как это происходит. И вот у нас поршень с 6-го цилиндра тоже в задирах. Если вы еще не подписаны на наш канал, можете сделать это прямо сейчас. У нас много интересных видео, в том числе про такие ситуации.
и вот такие ситуации. Много разных интересных ситуаций. Также мы снимаем не только про моторы, про коробки, про ремонт рам, ремонт кабин, кузовов, самосвалов и прочее, прочее, прочее. Кто интересуется, подписывайтесь, смотрите наши видео. Вот здесь вот, вот, вот так вот, да? Втулочка ровненько. А вот здесь вот смотри, как она выпирает. Поворот. Вот она вот здесь отверстие уже вон там. Приходится? Ну, она уже вышла с этого отверстия. Ну, в общем, вот в этом вот маленьком отверстии. Вот здесь вот. Да, у нас ходит толкатель. А, вот отсюда видно. Вот. О, видно, что там широкая фига. Вот этот толкатель, вот здесь стоит шпонка. Он становится вот так. Вот так стоит. Ролик этот, да, взаимодействует с распредвалом. Вот здесь вращается в распредвал. И он двигает вот эту фигню. Эту толкатель вверх-вниз, вверх-вниз. Отверстие под шпонку разбилось. И потом она провернулась, проворачивается вот так. Распредвал вращается вот сюда. Распредвал и толкателя. Так, ну хорошо, отверстие под шпонку там разбито, а какие варианты, как восстановить? Люди делают с другой стороны шпонку. Нет, не здесь, здесь, очень близко к этому. Если бы вот здесь, угу. То есть на этом, то есть вот на этом провернуто, то вот здесь спокойно можно сделать и все. А тут получается очень близко к этому самому. Блоку. Перегородочке. И сделают они это или нет, не можем сказать. Короче, вот такая вот маленькая деталька, а проблем много. Ну, по идее, да, это замена блока, замена распредвала. Блок сейчас мы еще замерим, конечно же, постельные, угу. Чтобы у них еще остались варианты. Но так как еще и втулка провернута, ну, скорее всего, установим просто. Почему такая проблема происходит? Это какая-то систематическая это проблема? Смазка, многие говорят, что из-за смазки влияют, и также зазоры клапана. Соответственно, увеличен зазор клапанов, у нас больше стучит, больше болтается и... У нас очень много профессиональных ребят смотрят наши видео, поэтому кто-то, может, что-то свое мнение выскажет. В общем, ремонт, вы понимаете, что будет не дешевый. Промерим коленвал, промерим блок. Дефектовки, проверим головки в состоянии, их часто съедают впускные клапана. Стандарте чуть меньше 108, 107, 999, 98 во всех плоскостях. Это коренная шейка. Также и шатунная шейка 93, 999, 94 ее стандартный размер, то есть, ну, совсем соточка меньше. Все шатуны держатся в хорошем идеальном состоянии. Мерим блок. То есть в этом положении 0, 0, 1 соточка, 0, 1 сотка, то есть по 1 сотке там на 2-3 шейках. Все, блок по коренным, то есть в хорошем состоянии, по распредвалу имеет нюанс по толкателю и по втулке. Коленвал хороший, распредвал под замену, головки под ремонт. На этом наше видео все. Все. Разборка данного двигателя окончена. Пишем карту дефектовки, отдаем на подсчитывание. Решение этого вопроса будут заниматься, соответственно, хозяева, что они с ним будут дальше делать, либо менять блок, либо его восстанавливать. Ну и предоставлению нам запчастей начнем его сборку. Поэтому встретимся в следующих видео. Не забываем заходить на канал MotorStruck. Сергей ведет отдельный канал, где показывает много видео про ремонт моторов. И вот у нас столько запчастей получилось от этого мотора. Все, всем пока.